Сегодня я расскажу вам о нескольких знаменитых людях, которые умерли зимой 2022 года. Возможно, вы и не знали о том, что их уже нет с нами. 22 февраля не стало Олега Вавилова. Этот актер снялся более чем в 50 фильмах. Многие помнят Олега Вавилова по лентам «Странная женщина», «Второе рождение», «Конец вечности», «Близнецы» и «Я не вернусь». Олегу Вавилову было 72 года. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Он покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 26 февраля из жизни ушел актер Борис Соколов, снявшийся более чем в 70 фильмах и немного занимавшийся озвучиванием. Бориса Соколова многие знают по лентам. «Ювелирное дело», «Пароль знали двое», «Собачье сердце», «Когда святые маршируют», «Третья планета», «Улицы разбитых фонарей 1 и 4», «Черный ворон», «Морской узел», «Мужчины не плачут» и «Убойная сила 6». Голос Бориса Соколова можно услышать в ленте «Воздушная тюрьма». Борису Соколову было 77 лет. Актер не дожил до своего 78-го дня рождения меньше месяца. 27 февраля этот мир покинул актер Сергей Греков. Если вы являетесь поклонником отечественного кино, то наверняка знаете этого актера, ведь он снялся более чем в 100 проектах. Многим людям Сергей Греков запомнился по ленте «Билет в гарем» и по другим фильмам. Сергею Грекову было 64 года. В декабре 2022 года свой земной путь завершил актер Владимир Ипатов. Всего в фильмографии этого актера более 50 ролей в кино. К числу наиболее популярных проектов, в которых снялся Владимир Ипатов, следует отнести «Папины дочки», «Закрытая школа», «Дневник доктора Зайцевой», «Светофор», «Физрук», «80-е», «Интерны», «Последний богатырь» и «Управдомша». Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Владимиру Ипатову было 64 года. 4 декабря умер актер Юрий Дубровин. Вы наверняка смотрели фильмы с ним, ведь в его фильмографии более 140 работ. Юрия Дубровина можно увидеть в лентах «Алые паруса», «Первый посетитель», «Школа» и «Агент национальной безопасности 2». Юрию Дубровину было 83 года. Светлая память всем этим людям.